И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И в данном видеоролике вы не поверите, что я для вас подготовил. Конечно же, я подготовил крутой эксперимент. Но так как он секретный, он будет не полностью из нескольких частей, но думаю, будет суть понятна. В общем, в этом видеоролике я буду замораживать спиннер в воде. Да, вот этот вот спиннер мы будем замораживать в воде. Для этого нам понадобится коробочка, которую мы будем использовать, да. И так как я буду шептать, потому что нельзя рассказывать секрет, который я здесь устраиваю. Для этого нам нужен спиннер, но он может, что он может сделать? Он может заскрипеть. Вот так он может ездить, но я не хочу. Так, нам нужна вода. Во время данного видеоролика, надеюсь, ни один спиннер не пострадает. Я в этом не уверен, потому что я как назвать себя, косорукий, в общем, я пролил воду. Так. В общем, это не самое главное. Нет, это самое главное, потому что коробка промокла. Все очень ненормально. Так, налили мы сюда воду, закрываем спиннер. Заметим то, что спиннер, он будет сейчас шуметь уже. Нет, он не шумит. Вы не поверите, но он вообще не. Ему пофигу. Пока что. Но когда высохнет вода и последний заржавеет, в общем, будет ему очень неплохо. Но я думаю, он выживет. Надеюсь, не закрывается эта штука. Вот. Надеюсь, я воду больше не пролью, потому что здесь я уже пролил воду, можно заметить. Наверное, можно заметить. Хотя вряд ли. Вы это заметите, но здесь разлита вода везде. Так, суем в холодильник наш спиннер и ждем несколько часов. И, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, что я могу сказать, наверное, это все, что будет происходить дальше. Наверное, давайте это все-таки оставим на вторую часть. Это как бы трейдер был, потому что спиннер уже в воде. И мы уже во второй части будем разбираться, выживет ли наш спиннер. Или нет. Приятного вам просмотра, ребятки. Подписывайтесь на мой канал, Нубас, и ждите второй части замораживания спиннеров. Итак, всем привет, с вами я, Александр Сучков. Сегодня в этом видеоролике мы продолжаем замораживать спиннер. Сегодня у нас будет часть с разморозкой спиннера. Мы ее сразу открываем, эту пачку, потому что это все очень долго происходило. Прошло где-то несколько часов всего. Открываем, распаковываем. Так, видим сразу, у нас здесь стёрка. На ухе натрагиваешь эту стёрку. И видим, у нас вроде эта штука, а именно штука от спиннера, она, в общем, как это сказать-то вам, в общем, она отвалилась, и вода её так сделала, что она осталась где-то непонятно где. Не знаю, вам видно, нет? Вроде здесь можно отсвечивать, там сейчас ночь уже. Так, ладно. Как же мы это всё будем делать? Берём сюда, здесь вроде не так уж, если можно дотронуться до него, потому что здесь можно как-то покрутить. Так, чуть пробиваем вот так вот пальцем. Вот. Здесь вот такой вот уже крепкий, а здесь не очень. Бьём сильнее. Раз, два, ой, извиняюсь, немного закапал, ладно. Так, продолжаем, надеюсь, вперёд, вперёд, понятно. Так, как же мне сделать так? Значит, нам нужно что-то взять. Вот эта штука или что-то такое, что-то взять это всё. Так, значит, что мы должны сделать? Мы должны как-то вот так вот сделать. Не знаю даже, как это сделать. Не знаю, не получается. Я сильно не хочу бить, потому что я могу испортить сам спиннер. А я этого не хочу. Да хрен его знает. Попробуем этим способом. Здесь. Этот способ будет лучше. Перевернули. Уже весь лед принесся туда. И, в общем, это довольно-таки сложно. Что я теперь добрался до этого, как его назвать-то, для рисунки. Так. Для всего этого дела я взял ложку. Так, делаем такой стороной. Так, нет. Пробуем еще раз. Только немного сильнее. Тут хрен его, короче, пробьешь. Сам спиннер, мы дошли до самого спиннера. Но что-то вряд ли у нас дома получится. Что-то сделать. Слишком крепкий лед. О. Так. Значит, что дальше? Так, значит, здесь у нас вроде сломалось. Да, мы теперь можем отделить нашу эту штуку. Вот, вот. От этой штуки. Вот. Все, мы освободили. У нас, значит, осталось один наш лед с нашим спиннером. Делать я не знаю, как это я буду. Честно, я вот не знаю, где это буду делать. Наверное, как-то все-таки прибивать буду. Почему это как-то надо пробить все? Я не знаю, как это пробить. Не знаю, вот. Мне кажется, это как-то пробивается. То есть сам лёд-то я как? Сам лёд-то я сделал. То есть он вырезает теперь из самой этой штуки. Осталось, я не знаю, что сделать, осталось вот тут немного. Вот тут они. То есть я это всё могу вытащить, но взять сам спиннер, это довольно будет так и сложно, потому что если я попробую это сделать еще раз. Так, вот такой вот формочки он получился, еще раз говорю, довольно-таки тяжелый. Ай-яй. Скажи, даже из рук. Так. И теперь, что нам надо сделать, так это. Я даже не знаю. Потому что так его продавить нереально, невозможно. Сильный удар сейчас. Нет. Не получается. Может даже если здесь пробить, нет. Нет, все. То есть до этой штуки мы дошли. Вот можно, наверное, заметить даже. Да, вот эта вот, которая держалка, мы до нее дошли, потому что она во время того, как я наливал воду, в общем, она отлетела от спиннера, и получилось, что она ну, получилась как бы здесь. Значит, что здесь дальше? Все, наверное.
То есть ее я как-нибудь, наверное, все-таки достать смогу, наверное, я не знаю. Нет. Мне кажется, нет, не получится. Так. Мне кажется, нет. Ну что ж, то есть здесь, если так все подумать, то ничего не получится. Придется, я не знаю, как делать. Там немного уже как бы вода стала размораживаться. Я не знаю, давайте я еще пробую как-нибудь все сделать. Нет. Лед слишком, как его назвать-то? Лед слишком твердый, и его так просто не разбить. Чтобы его разбить, нужно, я не знаю, что. Ладно. В следующем видеоролике, конечно, я его еще сделаю. Получится, значит, три части. Спиннера, но и сейчас я просмотра. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока. И всем привет, с вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем размораживать спиннер. Это у нас третья часть нашей заморозки спиннера, да. Открываем сразу упаковку, я ее случайно уже сломал, но пофигу, она мне не нужна уже для этого эксперимента. Уже утро, я заморозил еще спиннер, ну как-то так, и сегодня мы будем его вскрывать. Как видно, эта штука так и осталась такая, если вы смотрели вторую часть разморозки спиннера, то вы должны были это видеть. Возьмем ножницы, это обычные ножницы, и начнем уже колотить. Можно увидеть то, что что-то получается, это не точно, давайте проверим. Так, мы выламываем, в прошлый раз получилось у нас. Вот, мы получили нашу эту штуку. Так, я положу сюда, на проверить нам эту штуку. У нас есть эта штука, у нас есть эта штука, она нам больше не нужна. Как же вынуть наш спиннер? Есть дофига способов, просто в теплой воде подержать, лед растает, и вы получите спиннер. Но я же не такой умный, чтобы это делать, поэтому я сделаю это ножницами. Пока что. Так. Вот. Мне кажется, ничего не получится, потому что я не так назвать-то. Давайте попробуем разрезать лед. Хотя я не уверен, что это будет. Мне кажется, это вообще невозможно. Нет. Ножницы нам тут никак не помогут. Может, надо как-то по-другому сделать. Давайте вот так положим. И сильный удар. Раз. Два, три. Не подмылся эти штуки. Извиняюсь, не видно там было. Давай. Нифига. Чуть-чуть что-то изменилось, но изменений мало. Продолжаем. В общем, дофига чего произошло сейчас. В общем, все это лед. Просто увидите, это все лед. Как-то так. Ну что ж, ладно. Так, окей. Теперь что надо делать? Так, значит. Так. Нам надо как-то здесь все сделать. Как это сделать, я не знаю дальше. Так. Как же нам дальше это все сделать? Даже не знаю. Ну ладно, мы разломали эту штуку. Мы получили такой кусок льда. Это удивительно. Так, ну спиннер очень открыт. Продолжаем. Вот так вот у нас получилось. Мы еще не открыли спиннер. Еще нет таких ударов. Вот так вот. Надеюсь, на это надо. Наверное, закончить уже. Потому что разбивать рюкой, это все, блин, это как-то не очень. Ну ладно, у нас есть два куска льда. Охренеть, у нас два есть куска льда. Вот таких вот. Можно их потом будет использовать для чего-нибудь, пока они не растаяли. Это же все-таки лед. Мы получили еще маленький кусок льда. Да уж. И все здесь, весь стол теперь во льду, в чем-то непонятном таком. В общем, вот так вот. Что мы имеем здесь? Спиннер давайте еще раз попробуем долбануть. Может, с другой стороны, наверное, он должен как-то реагировать на него. Я не уверен, что вообще будет реагировать. Рюка на лед. В общем, что мы сделали? Так это не разморозили спиннер, но зато поприкалывались со льдом, потому что мы сломали уже весь лед. Так, неужели миллион части придется сделать, чтобы это все сделать? Ну ладно, все это будет сделать в части, наверное, надеюсь. Я ведь это никак не сломаю, да? Лучше этого не делать. Ну ладно, давайте еще раз пару ударов, и надо заканчивать. Если ничего не получится, то ничего не получится. Нет, ничего не получится, ребят. Здесь воды уже дофига, нужно это все убирать. В общем, мы попробовали использовать ножницы и вилку. Вилка нам супер как помогла, разбить вот
такую вот штуку. Ложку я пока что еще не пробовал, но, наверное, я не буду ей пользоваться в этот раз. Мы никак еще не сделали спиннер, то есть мы сделали какие-то все-таки удары, и это заметно. В общем, как-то так, спиннер еще находится там. Хотя уже лед начал подтаивать. Ладно, в следующей части мы... Посмотрим. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем пока. Я Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем... Разморозовый спиннер. Это наша четвертая часть разморозки. Я не буду ничего делать с вилкой, которую я в прошлый раз просто брал и пытался что-то, расколоть, в общем, лед. В общем, из этого у меня мало чего получилось. Точнее, вообще ничего не получилось. Так, у нас есть лед. Так, он еще заледенел, так что, наверное, будет еще сложнее это доставать. Сейчас попробую это все сделать. Так, достаем из нашей, этой штуки. Нашу штуку. Она уже не очень так уж заморожена. Нет, она заморожена, да. Уже 10 раз заморожена, сравнить. Все, мы, для этого нам нужна вода и лед. Вот мы сейчас возьмем. В общем, я не нашел такой воды, которая растопит лед. Поэтому я буду использовать обычную воду. Вот здесь вода есть. Думаю, будет видно. Съем туда спиннер. Потому что нам надо разморозить. Я узнал, что эта штука не завалит туда. Мы просто это засовываем. Здесь будет здесь нормально. И ждем теперь, когда у нас это все сделается. Я не знаю, когда это все сделается. Но уже вроде какой-то процесс начался. Можно почувствовать, что лед начал растворяться в этой штуке. И уже показывает у нас спиннер. Да, как бы мне это сильно не пролить. Ладно, тут осталась холодная часть. То есть смотрите, вот это все у нас уже, можно сказать, это все растаяло. Да, вода стала довольно-таки холодной вдруг. Поэтому вряд ли, наверное, у нас все это получится сразу сделать. Хотя нет, он оттаивает, уже видно то, что наш пластик. Ну как пластик. Он у нас уже показался, то есть лед как-то все-таки растаял. Но вода стала холодной, и я думаю, ничего не изменится. Хотя нет, должно. Все-таки, наверное, это все подтает. В данный момент мы видим такую картину, что у нас почти все подтаяло. Но вода довольно-таки стала холодной. Из теплой, кипяченой воды стала холодная просто вода. Я не знаю даже, какое просто холодная вода. Сейчас пытаемся как-то это все сделать. Здесь. Так, спиннер все уже. Мы можем заметить спиннер, он немного еще во льду. Но уже заметно то, что он уже как бы выпячивается из этого льда. Подержим его еще чуть-чуть там. Уже, наверное, сам уже у нас покажется. Видим то, что эта штука. Мы теперь видим посередник. Эту штуку, которая отвалится, наверное. Так, уже может отвалиться, я даже могу ее забрать все. Да. Так. Давайте куда-нибудь складывать, буду, наверное, сюда куда-нибудь. Так, ждем. Блин, вода вообще стала какой-то ледяной. Поэтому, я думаю, уже все. Также мы будем варить спиннер, это уже будет в следующем видеоролике. Все, просто мы его в воде. Пытаемся сделать. Вода стала вообще ледяной. Это просто я не знаю, что. Это просто она стала ледяной. Я даже не знаю, что с ней делать. Потому что вода ледяная. Вот. Как-то так. Достаем наш спиннер. Вода больше, походу, она, так сказать, спиннер у нас уже виден, кусок льда остался, давайте я как-нибудь попытаюсь отвернуть спиннер нашей штуки. О, все, потек лед. Все, как-то он поломался уже, давайте, все, вынимаем это все дело. Да, и сейчас мы это все будем уже доделывать в другом месте, здесь остался кусок льда, вот он. Вода, видите, какая холодная. Наверное. Так, у нас остался спиннер. Была, мы вынимаем оттуда, вот. Так, и прикручиваем туда нашу вот штучку. Вставляем ее, она что-то даже не ставится, потому что там в самом спиннере там остался лед. Так что, как-то нельзя поражать, может. Вот. Нет, туда вообще почему-то не поставится. Потому что там заметен лед. Потому что после такой штуки лед там остался. Вот, в самой этой штуке, вот. Не знаю, вам будет видно, нет? Там остался лед. Поэтому, наверное, я не знаю, что делать. Надо чем-то это все дело сделать. Я даже не знаю, чем это сделать. В общем, как объяснить-то вам? Нет, все, вроде нормально должно быть. Прикручиваем эту штуку. Потом лед выпал. И я растаю, вот он выпал. Видно. Кусочек он выпал. Вставляем. Все. Пытаемся его раскрутить. Не шумит. По мне так уж обычно нормальный спиннер. Как будто его нигде и не пихали его никуда. Нигде он в льде никаком не был. Просто спиннер, да, он стал медленнее крутиться. Это заметно, но если смазать пальцами заново, то все будет довольно-таки хорошо. Но пока что только так могу вам показать это все. Спиннер крутится, это главное. То, что вода в подшипник попала, это не главное. Его можно опять посушить, смазать подшипник, и все опять будет круто. Кататься или как-то. Вот так вот. Вода осталась холодной. В этой штуке даже осталось кусок от спиннера нашего. Такая как формочка, можно ее назвать, даже от спиннера, вот. Вот прям вот этот спиннер. Я не знаю, вам видно, нет? Должно быть видно. То, что формочка спиннера во льду осталась. Это вот самое прикольное, то, что я вам хотел показать из этого эксперимента. Так. Вот. То есть смотрите, вот. Извиняюсь, что, конечно, лед сломался, можно было это как-то по-другому все-таки сделать. Но самое главное, вы присмотритесь, это офигенно. Если честно, это очень офигенно. Сделано все. Да, лед тает. Вот можно еще так посмотреть. Сделано, это офигительно, ребятки. Я не думал, что будет такой результат, да, все капает, давайте. Вот так вот. Все, вот, лед тает. Офигеть. Ладно. В общем, ребят, вот чего мы добились. Ничего. В следующем видеоролике мы будем варить в этой же штуке. Мы будем варить уже наш опять спиннер. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи и всем пока.
Пока.